Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Посмотрите, какой вкусный пирог у меня на столе. Такого я еще не пробовала. Вчера просто на один зубочек попробовала связать образец. И нахожусь в каком-то восторге. Это просто нирвана. В сегодняшнем видео я хочу вас познакомить с новой пряжей. Ну, во всяком случае, с новой пряжей для меня. И с новым интернет-магазином, который предоставил эту прекрасную пряжу. Об интернет-магазине подробнее расскажу. Вместе со мной предлагаю вам побродить, посмотреть, что же там нам предлагают. А называется этот интернет-магазин Snood Studio. Это московский магазин, причем у которого есть шоу-рум. Вы можете заказать пряжу или аксессуары, все, что связано с рукоделием, по интернету, а также можете сходить в этот интернет-магазин и, что называется, пощупать своими руками ту или другую пряжу. Это, конечно, немаловажный факт. Не у всех интернет-магазинов есть такая возможность. Но об этом немножечко позже. Сейчас хочу поделиться с вами своими впечатлениями об этой пряже. А пряжа эта называется Linas du Nord Alpaca Air. Это люксовая пряжа. Вот вы видите Luxury Line. Артикул 12. И здесь просто потрясающий состав. Итальянская пряжа. Здесь 75% это альпака, 15% меринос и 10% полиамид. Очень хороший метраж у этой пряжи. У меня этой пряжи 9 моточков, и я думаю, что вот такой вот джемпер вполне должен получиться. Если не получится, у меня есть с чем скомбинировать эту пряжу. Это так, наброски, но очень хочется связать вот такой джемпер. Как говорится, мысли материальные. Я как-то вам показывала в одном из видео, рассказывала, что я очень хочу связать этот джемпер. Кстати, спасибо вам большое за то, что прислали мне всевозможные резинки. Конечно же, если все-таки остановлюсь на этой модели, я буду менять ее. Ну и потом, что значит менять? Буду вязать по картинке. И, конечно же, может быть, что-то изменю на свой вкус. И в прошлом видео я вас просила рассказать мне о тех резинках, которые вы знаете. Пробовала я их вязать, что-то мне понравилось, что-то, может быть, я не поняла. Но вот из этой пряжи я связала вот такой образец. Кстати, половину образца я вчера постирала, вот эту нижнюю часть, и он практически не изменился. Немножко уменьшился вверх и расширился, ну, по ширине, то есть вверх подскочила, а в ширину, поскольку, может быть, потому что это резинка и она разгладилась, он стал больше. Короче, был 13,5 на 13,5 образец. После стирки в высоту стал 13, а в ширину 14, то есть 5 миллиметров потерялась высота, но 5 миллиметров, на 5 миллиметров она прибавилась. Вот такая замечательная пряжа. Если бы я могла передать ощущения, вот просто ощущения от этой пряжи. Это легкость легкая. Сейчас вот так вот
покажу на свет, как это все смотрится. И буду вязать, скорее всего, остановлюсь вот на этой модели. Почему еще выбрала эту модель? Потому что здесь, если вдруг мне не хватит пряжи, во-первых, можно скомбинировать. Во-вторых, можно просто оставить как жилет. Жилет вот с таким вот спущенным рукавом, спущенным плечом, вернее. То есть, чтобы не распускать, вот я подумала, что эта модель очень хорошо подойдет к этой пряже. Да, я не сказала про метраж пряжи. Здесь, по-моему, да, вот 140 метров в 50 граммах. То есть, что у нас получается? Получается 280 метров на 100 грамм. Спицы здесь рекомендуют 6-7. Я вязала на семерке. У меня уже был опыт вязание из шнурковой пряжи. Вот видите, это такой шнурочек, набитый в основном альпакой. Здесь альпака 75%. И меринос. Просто прелесть прелестная. Так вот, я не стала рисковать. Как-то я уже поменяла в шнурковой пряже размер спиц. Взяла меньше от рекомендуемых. И все распускала. Вы, наверное, помните эту историю. Тоже была итальянская пряжа, там содержание кашемира было. В общем, теперь я ученая, опыт есть. И вот этот образец я связала на семерке. То есть даже отошла в большую сторону рекомендации. То есть не 6 взяла, а семерочку. Посмотрите, какая прелесть. Класс. Мне кажется, вот для этой пряжи больше и ничего не нужно. Резиночка, ну вот какие-то минимальные жгуты, платочная вязка вот вверху. И все. И красивая, моднейшая модель будет в вашем гардеробе. У меня большая просьба к вам, если вы вязали из этой пряжи Линес Ду Норт Альпака Эйр, пожалуйста, напишите в ваших комментариях, что вы вязали, как себя пряжа ведет, как она в носке. Я, конечно же, потом позже расскажу о своих впечатлениях, но поскольку это только образец, и я, конечно же, не знаю, как она поведет себя, будут ли катыши, сваляется она, что с ней дальше будет, я расскажу позже. Но пока я под очень приятным впечатлением. Ну, а теперь давайте я немножечко расскажу об этом прекрасном интернет-магазине. Хозяйку зовут Мария. Она всегда в чате по графику работы магазина. Вы всегда можете задать вопросы ей. Это очень удобно. Ответы поступают быстро. Вот такой логотип вы видите. Вот такой овечки. Напомню, магазин называется Snoot Studio. В Москве магазин находится практически в центре, недалеко от метро Белорусская, Ленинградский проспект, дом 2. Это адрес магазина. Давайте немножечко побродим по этому магазину. Я покажу, как удобно пользоваться интерфейсом. Во-первых, здесь есть фильтры всевозможные. Вы можете указать цену от и до. Вот здесь вот этот ползунок, и вы указываете, ну, по своему кошельку, скажем так, ставите. Ну вот, допустим, указали до 319 рублей, вам выдает 313 товаров. Допустим, ну давайте немножко увеличим до 400 поставим. 405, вот так. Вот, теперь здесь можем указать, какая пряжа нам нужна. Здесь, кстати, есть и дешевая пряжа, Ализе, Газал. Кстати, пряжа Ализе в остатке, так что торопитесь.
Забыла сказать, что у вас также есть 5% скидка, 2 недели она будет действовать после выхода этого видео, промокод Ситникова. Вот, пожалуйста, Ализе Абелла стоит всего 80 рублей. Такая знаменитая, популярная пряжа. А вот 80 рублей. Это мы смотрели Ализе Абелла градиент, которая здесь вот однотонная. Также здесь я увидела пряжу Янард, которая вот Flowers тоже по 450 рублей. Вот, пожалуйста, ну пряжа заканчивается, так что торопитесь. Также есть знаменитая Tropical, Янард Tropical. Вот здесь вот эти вот надписи говорят, что пряжа заканчивается. Кстати, вот из этой пряжи, именно из этого цвета, я вязала свое платье «Зигзаг удачи». Фото постараюсь ставить. 450 рублей сейчас в этом интернет-магазине. Также Янард Флауэс, которая не полухлопок, а полушерсть, по 500 рублей. Небольшой выбор. Вот, посмотрите, какой красивый цвет. А? Просто прелесть, прелестная. 500 рублей. Небольшой выбор, но можете успеть, в принципе, купить эту пряжу. Я ею очень довольна, мне она очень нравится. То есть мы можем, вот сейчас уберем вот этот выбор. Сейчас я покажу пряжу, которую выбрала я. Линас ду Норт Альпака Эйр. И посмотрим, что же там осталось и какие цвета. Я все не могла выбрать между двумя цветами. Вот она, эта пряжа. 66 наименований. Нажимаем «Показать все». И смотрим то, что нам нужно. Вот Норт Аран по 375 рублей. Просто шикарная пряжа. Вот новинка, кстати, в этом интернет-магазине. Это пряжа Поэма. Вот эта пряжа. Ну и вот Линас ду Норт Альпака Эйр. Вот цвет, который я выбрала. 430 рублей за 50 грамм. Кстати, с 5% скидкой будет немножечко дешевле. Вот потрясающий голубой цвет. Но я его не взяла только и из-за того, что вдруг, если потребуется с чем-то комбинировать, у меня не с чем скомбинировать этот цвет. И еще есть потрясающий красный цвет. Вот между красным и синим я вот как бы очень долго думала, какой же цвет мне выбрать. Очень красивый, насыщенный красный. В магазине также продаются книги и аксессуары. Кстати, знаменитая книга, вы у меня, кстати, спрашивали, где я ее покупала, но я покупала ее в другом магазине и забрала последний экземпляр. Вот, пожалуйста, вам 250 узоров спицами японских от Хитоми Шида, стоит здесь 1000 рублей. Ну и 5% будет немножко дешевле, это ваша скидка. Вот, пожалуйста, описание перчаток. 200 рублей стоит мастер-класс, но у Марии есть в Инстаграм группа, где она проводит совместные проекты. И если вы участвуете в этих совместных проектах и покупаете пряжу у нее в магазине, то для вас мастер-классы идут совершенно бесплатно. Так что вот я сейчас зашла на Инстаграм. Так и называется студия Snoot Studio. И, кстати, сейчас идет набор до, по-моему, 10 марта. Вот, участие бесплатно. Если пряжа приобретается в магазине,
с 26 февраля по 10 марта, а также 300 рублей, если пряжа ваша. То есть здесь в этом инстаграме можно просто утонуть. Здесь столько всяких вкусностей, столько разных тем, и спицы, и пряжа, и аксессуары, и просто какие-то узоры. Идет такое обсуждение. Я, честно говоря, когда сюда зашла, я просто утонула. И я подумала, что если я еще здесь останусь надолго, то мне некогда будет снимать ролик. Так что этот магазин с хорошей обратной связью в том плане, что вы не просто покупаете, а вы общаетесь, вам интересно, и это прекрасно. А вот, пожалуйста, в инстаграме идет обсуждение инструментов. В данном случае крючки тулип. По комментариям вы также можете понять мнение людей, которые уже вязали этими крючками, сравнение, написать свое мнение. В общем, это живое общение, которое в наше время, поверьте, очень ценное. Ну и сейчас я тоже хочу выразить свое мнение по поводу инструментов. Сейчас перейдем в магазин, и я как раз поговорю о спицах и отвечу на некоторые ваши вопросы. Итак, вкладка «Аксессуары», заходим сюда, и здесь мы можем выбрать наборы спиц. То есть, вот слева у нас наборы спиц и крючков. Нажимаем и смотрим, что здесь есть. Я здесь нашла свой любимый набор «Джинджер». Кстати, здесь есть и «Чиагу». Вот, и нашла, ну я так думаю, что это аналог. Аналог, который дешевле вам обойдется. Вот, пожалуйста, набор Джинджер. Стоит он здесь 9200. Опять же, с 5% скидкой будет немножко дешевле. Чем бы я посоветовала вам заменить вот этот набор Джинджер на который дешевле. Но это опять же на мой взгляд. А вот посмотрите, набор Лики 7100 рублей. Давайте посмотрим, что же есть в этом наборе. Тоже деревянные спицы такого белого цвета. И здесь 12 пар разъемных спиц. Кстати, механизм здесь такой же, как и у Knit Pro, я спрашивала у Марии. Но здесь фишка, посмотрите, здесь есть четвертинки. 3,25 начинается. В Джинджере с 3,5. Как же не хватает размера, который меньше. Так что вот вам, пожалуйста, набор Лики. Стоит он здесь 7100 рублей. Минус 5%, считайте, опять же, будет дешевле. В наборе также, посмотрите, по 2 штуки лески. Одна штука, правда, 100 сантиметров. И 2 соединительных вот этих стопора, которые соединяют лески. Вы можете соединить, допустим, 60 и 60, получить 120 сантиметров. Ну и так далее, разные комбинации. Заглушки, стоперы для лески, которые накручиваются. И 4 ключика. Просто, я не знаю, мне очень хотелось бы даже самой купить этот набор, попробовать, что он из себя представляет. Если у кого есть, пожалуйста, напишите ваши комментарии. Давайте делиться своим опытом, своими знаниями. Возможно, кому-то это пригодится. Вот такой красивый чехол здесь. И вот они, эти прекрасные спицы. Повторюсь, что здесь есть четвертинки. От 10 тысяч здесь бесплатная доставка. Но по Москве вот 300 рублей, я думаю, что это недорого. 500 рублей за МКАД. Также есть доставка почтой и транспортной компанией СДЭК. Так что воспользуйтесь скидкой в 5%, экономьте ваши деньги, скидка будет действовать в течение
двух недель после выхода этого видео. Также еще я здесь присмотрела одни спицы. Сейчас я вам их покажу. Возможно, вы о них так же, как и я, не знали вообще. А вот что я имею в виду. Набор от Knit Pro Denim называется ультратонкие и укороченные. Спицы 5 сантиметров. Для тех, кто любит вязать детские вещи, я знаю, что есть такие мастерицы, которые не детские, неправильно сказала, кукольные вещи, то я думаю, вот этот набор просто вам в помощь. Посмотрите, 7 пар деревянных спиц длиной 5 сантиметров. Я, конечно, не могу представить, что это. И здесь начинаются размеры от троечки 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 и 6 мм. Две пары заглушек, две лески длиной 26,5 и 30 сантиметров. Вот такой вот наборчик от Knit Pro. Цена 3700 рублей. И опять же 5% скидка. Так что вот так вот выглядит этот набор. Я думаю, что это джинсовый чехол здесь. Но я такого, честно говоря, о таком наборе не слышала. Это, я думаю, новинка. А вот еще одни спицы, которые я бы вам могла рекомендовать. Knit Pro спицы Синфония. 6200 стоит. Значит, подарочный набор из прочной березы цвета радуги с прозрачным футляром для хранения. Значит, здесь 3,5, 3,5 заканчивается восьмеркой. Значит, в прозрачном наборе есть 4 тросика 60-80 сантиметров по 2 штуки и 100 сантиметров. 8 торцевых крышек, но это вот заглушки, когда нужно снять спицы и зафиксировать вязание. 4 ключика и 1 комплект разъемов. И чехол для тросиков. Вот, пожалуйста, 6200 рублей. Так что я думаю, что вам понравилась экскурсия по этому интернет-магазину. Вам, думаю, придется по душе также общение, если вы подпишетесь на Instagram. Все ссылки я оставлю под этим видео. Кстати, большой выбор рафии. Скоро лето, вяжем из рафии. Посмотрите, обратите внимание на эту пряжу. Там есть где развернуться. И есть также мастер-классы по вязанию шляп из рафии по смешным ценам. Вот, сейчас покажу вам эту пряжу, если так можно назвать. 210 рублей я вязала, кстати, из этой пряжи. И мне понравилась. Она не такая дорогая, как итальянская. Посмотрите, натуральный цвет, который очень редкий. Вот этот под соломенную, да. Здесь также показано, что можно связать. И также есть мастер-классы, которые вы можете приобрести. Ну или посмотреть у меня на канале. Есть, кстати, у меня тоже. Вот. По 210 рублей это хорошая цена. Вот такие расцветки. Ну вот, я думаю, что вам экскурсия по этому магазину пришлась по душе. Я думаю, что вы наверняка воспользуетесь скидкой. Зайдете в группы, может быть, найдете новых друзей. А я еще раз благодарю Марию и магазин Snood Studio за предоставленную мне пряжу. Я очень рада повязать из такой шикарной пряжи. И на этом я буду прощаться на сегодня. Всех обнимаю, всех люблю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.